Вы знаете, я бы не стал никому советы давать, потому что даже самый молодой, значит, глава государства, как только он становится главой государства, он считает, что он лучше все знает, чем другие. Поэтому я никаких советов бы не давал. А что касается моего опыта, мой опыт говорит о том, что не должно быть больше в мире никаких войн, ни холодных, ни горячих, что все страны должны отказаться от каких-либо претензий друг к другу. Сейчас уже 21 век должен быть веком мира, стабильности и безопасности каждого государства. Одно государство в своих интересах не должно покушаться на другое государство или обеспечивать свою безопасность, нарушая безопасность другой страны. Понимаете, мы должны уже сделать уроки из всего того, что произошло в 20 веке. 20 век, пожалуй, если взять многовековую историю человечества, это самый сложный век. Ведь две такие крупнейшие мировые войны, появление различных таких систем и, допустим, появление социалистической системы и гибель социалистической системы, появление такого опасного явления, как фашизм и гибель фашизма. Понимаете? Из всего этого надо сделать вывод, что уже больше таких явлений не было.